развивается, руки, работает мыслительная деятельность. В секции бочи организации «Парус Надежды Денис» занимается несколько лет. Игра зародилась еще в Древней Греции, а сегодня боча стала паралимпийским видом спорта. Он был очень рад, что он оправдал надежды и родителей, и всех его друзей, что мы не просто съездили, это было первое его соревнование. Нас прям проводники даже в поезде приветствовали, он с медалью ехал поверх куртки. Занятие спортом для таких ребят, как Денис, это прежде всего возможность общаться. В лагере «Волжский Артек» накоплен уникальный опыт летнего отдыха детей с инвалидностью. Ребята после смены со слезами на глазах расстаются, они остаются друзьями на всю зиму, до следующего года переписываются. К федеральному проекту «На урок вместе» теперь подключилась и Самара. Его суть в том, чтобы дети с особенными образовательными потребностями учились в обычных классах. Фестиваль параспорта – шаг к инклюзивному образованию. Задача вот этого мероприятия в том числе дать возможность разным детям пообщаться, увидеть разнообразие вот этого мира и понять, что в мире люди разные. И наша задача – научиться жить в этом разнообразии, научиться себя позиционировать таким образом, чтобы было комфортно и самому себе, и своему окружению. Забить гол с завязанными глазами, бросить мяч в сетку, сидя на земле – простые движения становятся мучительными, когда ты прикован к коляске. Можно об этом говорить, но не быть услышанным. А можно увидеть и попробовать разрушить стену изоляции между двумя мирами. Инесса Панченко, Максим Гусев. События.